Да, Полин. Вадим, они похитили Максима. Как похитили? Флешка. Они хотят получить флешку. Что мне делать? Так, держись, я скоро приеду. Возвращайся скорей. Что-то случилось? Они похитили ее мальчика. Так, значит, флешка в обмен на ребенка. Вы копию сделали? Да, я сделал две копии. Товарищ генерал, мне надо возвращаться. Вот вся информация. Я вызову СОБР, сам с ними поеду. Будем на связи. Счастливо вам и до встречи. До встречи. Алло. Полина Евгеньевна. В ваших интересах побыстрее ответить на наши вопросы. Где Максим? Вернется, как только мы получим интересующую нас информацию. Какую информацию? Вы о чем? Мне кажется, вы не совсем адекватно воспринимаете ситуацию. Напоминаю, нам нужна флешка с интересующей нас информацией. В противном случае я не гарантирую безопасность вашего сына. И еще. Скажите операм, чтобы шли по домам. Одно неосторожное действие, и сына вы больше не увидите. Погодите, я хочу услышать Максима. Всего доброго. На сегодня все, завтра созвонимся. Алло, так, ну и что, засекли? Да, входящий из Вроцлава. Стоп, как? Так, из Польши. Не понял. Какая Польша? Не может этого быть. Ну как не может? Аппаратура... Зачем вам такая аппаратура, которая ничего не может вычислить? А при чем тут аппаратура? Просто они звонят с глушилкой через интернет шлюз. Не засекли. Там глушилка у них стоит. Дезориентирует. Якобы звонок из Вроцлава. Полина Евгеньевна, они сказали, что позвонят утром, так? Правильно. Может, вы отдохнете пока? Да. Да. Вы же сутки на ногах. Давайте-ка сейчас укладывайтесь, отдохните. Сейчас нужно отдохнуть. А мы покараулим. Если что, разбудим. Все будет хорошо. Сейчас надо отдохнуть. Ну давай, чего ты стоишь? Поспите. Поскольку нашли генеральское служебное удостоверение, ждали вашего приезда, товарищ полковник. Да, это генерал Романов. Угу.
Чей телефон звонит? Твой? Нет. Это товарищи генерала. Ну что, марку машины определили? Да, будем искать по... Слушаю. Бампера, отпечатки. Грузите! Мне нужен генерал Романов. А кто его спрашивает? Это... Капитан! Определитель-то есть? Да. Ночью не было никого на улице. Ты осматривал место происшествия? Так точно. Что еще обнаружено? Вот, товарищ полковник. Валялось в метрах в пяти от тела. Ух ты, ёшки-матрёшки. Это секретная информация. Я ее забираю. Так точно. А ты быстро пробей чей-то номер. Одну секундочку. Только очень быстро. Хорошо. 8-5-7-9. Ага, хорошо. И мне доложишь. Есть, товарищ полковник. Свободен. Есть. Собираемся, поехали. Полина Евгеньевна. Полина Евгеньевна. Алло. Полина Евгеньевна, я думал, мы с вами договорились. Мы ждем, когда ваши опера выходить начнут. Вам что, жизнь собственного сына недорога? Сначала я хочу услышать Максима. Потом все уйдут. Ну, слушайте. Мама, не волнуйся, со мной все в порядке. Сынок, все будет хорошо, ты слышишь? Да, мамуль. Ты, главное, дыши. Помнишь, как тебя доктор учил, ладно? Закрываешь глазки и дышишь, хорошо? Я так и делаю. Поговорили? Ждем ухода оперов. Послушайте, у него астма. В кармане ингалятор. Не волнуйтесь, мы же не звери. Ну что, засекли? Ну да, теперь из Шанхая звонок. Понятно. Опять Польша? Да нет, на этот раз Шанхай. Издеваются паскуды. Здесь они. Видишь Нексию под деревьями? Видел. Ваш подъезд от них хорошо просматривается. Ясно. До связи. Угу. Послушайте, может, мы и скрутим того, который в машине? Миш, давай договоримся так. Мы сначала думаем, потом говорим. Во-первых, у них Максим. Во-вторых, может быть, не одна точка наблюдения. Ну так вот, давай сейчас мы его скрутим, все выясним, присанем. Миша, тебе же русским языком сказано. Максим у них. Слишком рискованно. Значит так, ребят. Вы сейчас езжайте. Как они мне назначат встречу, я вам позвоню. А Веденеев? Веденеев пусть останется здесь, пока они не уедут. Ну тогда контрольный созвон каждые 15 минут. Капитан. А где лучше нам назначить встречу? Так вроде бы они вам будут звонить. Нет, встречу назначу им я. Красный молот, я думаю. Механический завод. Вернее, бывший механический. Сейчас он заброшен. Там удобнее всего. Езжайте, ребят, в отдел, возьмите оружие, дежурному я позвоню. И на завод. Все сделаем, Полина Евгеньевна. Не переживайте, все сделаем. Спасибо.
Алло. Слушай, вышли двое ментов, сели в машину синюю. Действуй по обстановке. Понял, я за ними. Полина. За тобой хвоста не было? Нет. Флешку привез? Да, конечно. Теперь езжай в отдел. Позвони Остапову, он знает, что делать. И передай ребятам, что у меня вся надежда на них, ладно? Так. Вот сюда. Мальчик, стой. Ты куда? Мне нужен старший лейтенант Рудаков. А где он, я не знаю. А ты кто? Друг. Ну, нет его. А когда будет? Ну, когда-то будет. Ты, если друг, он садись, он жди. Шапку сними только. Разрешите, товарищ полковник? Давай. Товарищ полковник, я выяснил. С этого номера генералу Романову звонили из области, город Речинск. Также с этого номера еще дважды звонили генералу Романову. Номер зарегистрирован на старшего лейтенанта Вадима Рудакова. Он работает в этом же Речинске опером. Молодец. Свободен. Есть. Дежурный слушает. Алло, алло, это полиция? Да. Полиция, алло. А вы куда звоните? Полиция нужна. Полицию? Да? Это полиция, ну? У нас тут ужас сотворится. Приезжайте Черт. Скорее. Где? Драка в речном. Какая драка? Драка убивает, бабы цепили. Не кричите, пожалуйста. Я не кричу. Да я слышу все, вы спокойнее, пожалуйста, говорите. Какой тут спокойно, убивают. Женщина. Вы меня слышите? Я вас говорю, убивают. Да не кричите вы так в трубку, я прекрасно слышу, я же не глухой. Извините, мне срочно нужно позвонить Рудакову. Вот, у меня телефон разрядился. Дайте, пожалуйста, свой телефон. Мальчик, ты либо сиди, жди, либо иди, не мешайся. Да не кричите вы так. Так, ладно. Все прекрасно слышу. Какой переулок? Речной переулок. Речной? Речной. Кто еще там? Да, товарищ генерал. Генерал Романов погиб, это говорит его заместитель Лужский. Как погиб? Рудаков, не бросайте трубку. Что у вас случилось? А генерал вам не успел сказать? Не успел. Так что случилось? Что-то с Левашовой? В смысле... С Фоминой? У нее сына похитили. Мне генерал обещал СОБР прислать. Так. Я пришлю ребят в течение часа. Держитесь, Рудаков. На связи. Там у меня в приемной капитан. Пусть войдет. Слушаю, товарищ полковник. Так, капитан. Я сейчас свяжусь с начальником СОБРа. Предстоит операция в Речинске по освобождению заложников. Вы мне еще нужны? Есть, товарищ полковник. Идите. Так точно. Да что такое?
Что за черт? Слушай. Завод «Ленинец». Заброшенные склады, знаете? Да. Значит, мы будем вас ждать там в 12, средний ангар. Придете одна и без оружия. Увидим хвост, пеняйте на себя. Встречаемся на заводе «Красный молот» в 12 часов. Вы в своем уме? Условия диктуем мы, вы выполняете. «Красный молот», иначе флешку вы не получите. Все. Значит, ты не получишь своего щенка! А усекла! Павел Саныч. Что там у вас, порядок? Да, все в порядке. Действуйте. Только бойцов пришлите. Зачем? Для вашего наверняка с операми заявится. Ладно, ждите, скоро приедем. Понял. Ничего себе! Слушай. Мы согласны. В 12 во дворе завода. Да, я слушаю, Полин. Они согласны. Лишь бы не передумали. Постарайтесь опередить их. Хорошо. Значит так, братцы. Надо сначала машину спрятать. Я думаю, там за трубой. Надо наверху позиции организовать. Оттуда все просматривается хорошо. Андрюха. Что? Я на крышу и машину спрячу. Давай. Я там буду. Угу. Мишенька, займи там позицию. Это я. Да, Лева, я сейчас работаю, мне совершенно не до тебя. Что? Я выселил бандитов. А еще у них в доме Максим связанный. Адрес говори. Ну, давай быстрее. Сейчас уже. Улица Садовая, 8. Так, в доме было 2 бандита. Потом подъехали еще 10.
и всего у них 3 машины. Что там? Значит, слушайте, мне парнишка знакомый звонил. Он был, где Максима держит. Видел все там. Он говорит, там не меньше 12 человек. Может, туда рванем? Без 20 мы успеем. Можем разминуться. Занимаю позиции. Полина! Мы все тут. Не волнуйся. В случае чего сразу к Остапу. Поняла? Вход внизу. Если что, я прикрою. Здравствуйте, Полина Евгеньевна. Где Максим? Не спешите. Руки. А это что? Мы же договаривались без оружия. Флешка? Где Максим? Чисто. А где флешка? Где Максим? Вон туда он его уведи. Вот Максим. А где флешка? Я вам помогу. Полина Евгеньевна, а вы что с нами, шутить вздумали, да? Здесь не вся информация. Но у меня больше нет ничего. Ладно. Полина Евгеньевна, мы хотели по-хорошему. А вы... Петров! Петров! Держи пацана! Это засада! Держи пацана! Максим, беги! Ты не стреляй! Компьютер мой! Андрей, прикрой его! Сюда! Назад, за тачку! Вон он, сверху! Уходи, уходи! Полина! Коля, вставайте! Ну! Ну, давай же! Черт!
Полина, Полина! Есть еще перевязать? Возьми платок. Не стреляйте, это я! Держи! Ты сам как? Прекрасно, Валя! Серега, не стреляй! Черт, патроны кончились! Когда же у них патроны закончатся? Запаслись, паскуды! Алло? Это Лужский, мы приехали. Где вы? В цехе! Давай, давай, вперед! Есть. Никогда пусти меня, от меня не смею бежать. Ты понял меня? Я все, пустой! Все! Что на землю? Руки, 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 бацан! Че сидишь? А ну сел быстро! Все, все, все! Руки в гору! Все. Тихо, не рыпаться! Все, парни! Все! Тихо. О, привет! Какого... Ну что, оклемался? Угу. Ну, пойдем, дружок. Пойдем, пойдем. Работай, стой, давай! Стой, давай! Давай! Руки! 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 Мама! Thank you.
Поехали, Нинуша. Домой тебя отвезем. Не могу я домой. Нет его там, понимаешь, нету. Нин. Нин. Нин, так его и здесь нет. Ты это брось, тебе о другом сейчас думать нужно. Вот. Вот что у тебя теперь есть. Вот ради этого стоит жить. Давай, давай, давай. Мишка тебя до дома подбросит. Давай. Вот так, молодец. Очнулась. Полин, тебе нельзя разговаривать. Слышь? Говорить нельзя. Если хочешь что-то сказать, вот пиши. Максим, все в порядке. Максим с Катей у бабушки, я отвез. Не волнуйся. Все хорошо уже. Ну. Ну что ты? Благодари полковника Лужского. Шрам. Шрам? А, ничего не останется. Доктор сказал, пару дней тебе нельзя будет говорить, и все. Все уже позади. А, здравствуйте. Вот полковник. Здравствуйте, товарищ полковник. Познакомься. Лужский Денис Андреевич. Это вам. Не оставите нас? Разумеется. Только далеко не уходите. Мне с вами тоже нужно поговорить. Хорошо. Ну вот, Полина, наконец мы с вами познакомились. Ну что вы, это вам спасибо. Если бы не вы... И не ваш муж. Ну ничего, мы эту мафию теперь. Я сам не могу поверить, что Романов крут. Но, к сожалению, в предсмертной записке полковника Леонидова все очень подробно расписано. Я одного не мог понять. Почему Романов, если он работал на мафию, вас сразу не убил? Ведь он знал, где вы находитесь, и сам занимался вашим прикрытием. А потом я понял, существует вторая часть досье. В этой второй части собраны имена людей, которые лично работали на Авдеева, на всех уровнях, включая наркоконтроль. И вот имя Романова должно быть там, в этой второй части. Романов просто ждал. Он был уверен, что вы найдете вторую флешку так же, как нашли первую. Для этого и был весь спектакль с вашей безопасностью. А вот Авдеев ждать не мог. Его же интересовала только первая флешка, где был подробно расписан весь наркотрафик. Нет, я, к сожалению, не знаю, где вторая флешка. А вы? Ну ничего, мы, конечно, кого-то упустили, но костяк этой наркомафии будет обезврежен.
полковник. Почти всех взяли. Дилер Совета Федерации успел слинять. Но зато взяли несколько паразитов поменьше рангом. Ясно. Уезжаешь, да? Да. После всего произошедшего не могу здесь оставаться. Оставляю дело на тебя, я уверена. Ты справишься. Конечно, справишься. Слушай, я... Понимаешь... Что? Я же... Ты все собрала, да? Да. Я, в принципе, сюда ничего не привозила. Поль. Вадим, прости меня, но... Я не могу. Да я понимаю. Звони, если что. Хорошо, буду. И ты звони. Главное, в инструкции по-русски ни слова. Фу. Чё-то не хочет наша премия работать. Да это не премия, а подачка. Они же только начальникам умеют премии выдавать. О! А ничего ж ты теперь сам начальник? Да? Ну вот и слезь со стола. Слезь, слезь. Понял. Слезаю. Ну чё ты кухтишься, а? Ну хватит, ну улыбнись. Всё плохое позади. Давай сосредоточимся на чем-нибудь позитивном. Вон, подарок подарили нам. Слушай, ты вот раньше был веселым человеком. А как женился, стал еще более веселым. Да, я веселый. Я женился, мне все нравится. Ага. Слушай, Вадик, а есть план. А давай тебя тоже женим. У меня аж список, я не удалял. О. Вот смотри, вот, например, Настя. Она очень хорошая, но есть нюанс. Вадик... Привет. Привет. Я соскучилась. Я тоже. Я решила... Мы решили вернуться.
Я бы все равно за тобой приехал. Макс, осторожненько. Максим, так быстро. Шевели колготками. Макс, ты же пятишься. Осторожно. О, Господи, Боже мой. Катя. Уронила свою лису любимую. Фоль. А ты чего не носишь? У меня ж копчик. Так у всех копчик. У меня-то болит. Ну, понятно. Да ты просто ленивый лодырь. Уи! Полина Евгеньевна. Здрасте. Здравствуйте. Разрешите вас поздравить с повышением? Спасибо. Можно вас на минуту? Нет, нельзя. А вы кто? Я работал с вашим мужем, с Олегом. Вадим, подержи. Хорошо. А кто это? Не знаю. Странно, мне Олег о вас ничего не рассказывал. Ну, вы же понимаете, как мы работали. Полная конспирация, секретность. А когда Олега убили, я вынужден был переехать со своей семьей. Зачем вы мне все это рассказываете? Вот флешка. На ней остальная часть информации. Олег попросил меня сохранить ее. Здесь все личные осведомители Авдеева. Вадим! Добрый день, господин Саварес. Буэнос диас. Добрый день, господин Шургин. Энтонсес. Итак. Энтонсес. Итак. Я слышал, у вас в России проблемы. Что ты говоришь? У нас нет проблем. У нас небольшая задержка. Со следующего месяца работаем по запасному плану. А как есть? Un café, por favor. En un minuto. Nos vemos, amigo.